Всем привет! Всем привет! У нас сегодня среда. Мы сейчас с Дашенькой едем к доктору. Взять нужно справку, что она не ходила в школу. И сейчас ее доктор посмотрит. Вот. Что? Перепуганные глазенки. Нет. Ничего там такого не будет. Просто тебя послушают, посмотрят. Вот и все. Ребята, не знаю, что у меня с камерой или с флешкой, или не знаю с чем, но вот это я записываю, наверное, раза с 4 или с 5. Пишет блокировка карты, блокировка карты. У меня 3 картриджа и ни один, короче, ну, типа, нормально не работает. Не знаю, или от флешки зависит, или от картриджа, или не знаю от чего, короче. Спорим с Дашей. Говорю, одевай шапку. Нет. Машет гривой, не хочу и все. Что не хочешь? Не хочу, там тепло. Где тепло, ну, Даша? Ну, капюшон у меня есть. Угу. Ничего, машине есть шапка, если что, затянем. Не что, а то. Ну что, погнали? Что такое? Дай я. Прошу. Ой, как тепло, а я что говорила? Да я как бы и не сказала, что особо тепло. Да у меня волос. Да что ж такое, господи, что сегодня за день? Фу, еле вытяну. Ну и что, если я без шапки? Сравнила, конечно. Давай я тебя повезу. Угу. Брум-брум-брум. И все. Угу. Что? Брум-брум-брум. Брум-брум-брум. Умка. Лянь прям улыбается. Умка. Ох ты такой, Мишка. Он прям улыбается. Глядь. Смотри, ждет. И ждет, да. Он знает, что тут его висят ремешок, поводок его. И могут взять его, пойти с ним погулять, да? Носик. Курносик. Ну да. Даша после того, как покаталась, за рулем поездила. Теперь все время меня терроризирует. Мама, ну да я проеду, ну да я проеду. Вон, кстати, шапка лежит в машине. Поэтому я не сильно настаивала, чтобы ты брала шапку, потому что я знала, что есть в машине шапка. Если что, оденем. Что? Кстати, у нас получается с пятницы Черкасы входят в красную зону. И я так понимаю, что школы работать тоже не будут. Будет, наверное, онлайн обучение. Хотя же перед этим заставили всех учителей вакцинироваться, да? Да, тогда зачем? Да. Зачем тогда, ну, типа, все учителя вакцинировались, школы все равно не работают. Сказали, будут работать садики, будут работать младшие классы. Вот, ну там с 4 по... Ой, с 5, с 1 по 4, наконец-то выговорила. Вот. Ну а что будет там дальше, посмотрим, не знаю. Меня, я помню, спрашивали, ну, писали вы в комментариях, буду ли я делать прививку. И так как уже сказали, что детям с 12 лет тоже делают прививки, то лично я не планирую делать прививку, ну, в данный момент. И Даша вообще кричит, нет, нет, ни в коем случае. Нет, я не дам, все, нет. Это окончательный ответ, нет, никогда. Не планируем это делать. Вот, я не хочу. Например, маме моей нельзя делать это, так как у нее сахар, допустим. Вот, есть там определенная категория людей, которым вообще нельзя делать эти прививки. Вот, ну, не знаю. Я не планирую. А там посмотрим, как оно будет. Да? Да. Например, вот у нас вводят, что если ты едешь, например, в соседние там, вот как я к маме еду, да, за 60 км, вот, то я еду, если еду я автобусом, то у меня должна быть прививка. Или же тест, подтверждающий, что я не больна коронавирусом. Вот. Я не знаю. А так типа в автобус не пустят.
тоже такое что-то, если честно, да? Не знаю. Mm-hmm. Никто не сможет приехать к твоей маме. Не знаю. А что там у меня в телефоне рвется? А я музыку. В общем, как будет, посмотрим. Да. Все, поехали. У нас тут ремонт дорог идет полным ходом, вы знаете. Даже там, где, казалось бы, хорошая дорога, ее все равно делают. Ну, молодцы, это очень классно. Да. Мы сейчас с Дашулечкой идем в магазин, забежим. Сюда зовется. Я хочу купить хлеба. Да, что нам надо? Хлеб? Хлеб? А? А, да, туалетная бумага. Да что, надо было, наверное, корзину брать. Или ладно, у нас есть 4 руки, да? Так, хлеб семейный. Не этот. Вон он дальше, по-моему. Вот, посреднике. Угу. Не знаю, берем этот все время. Свеженький, да? Что-то, видишь, такой. Так, пошли, туалетку надо нам, да? Вот внизу. Сидит перепуганные глаза. Ну все, пойдем. Приехали мы уже. В Интегру на Седова. Мы здесь. У нас здесь наш врач. На Седова в Интегра. Давай, пойдем. Кривляешь носом. Все, мы уже вышли от доктора. Справочку Даши взяли. Все, едем домой. Еще, да. Да? Да. Да. Погнали. Че сидим? Почекаем. Бери ключи. Ключи. А где ты? А, где? Здесь, да, наверное. Держи от калитки. Что ты не хочешь? Идти. В смысле? Давай сидишь! Не пойду. Не пойду вообще. Как хорошо сидится. Дарина, давай быстрее. Я не хочу. Угу. Я на такое не подписывалась. Не выгляньте. Это лень уже прям лень матушка. Все, открыла. Смотри. Все. Не дорывайся, давай быстрее. Быстрым кабанчиком. Вот лентяйка малая. Так, кто-то мне тут в Вайбере что-то написал, прислал. Тут школа. Ну опять у меня какие-то, Даша, глюки с камерой. Хотела снять, как этот, как ты открываешь ворота, как ты Беню на руках держала. Ничего вообще не снялось. Вообще. Вообще, я не знаю, или это уже камера, или это может что-то связано с этим. Ай, умка. С как его? С картриджем все-таки. Не знаю. Закрыла нормально. Че ты орешь там? Речено, не пустили, да? Умашка, не пустили. Красавец. Ну, такой медведь. Классный. А меня? Алло. Слышишь? Я нормальная? В дом не пускает мать. Пока! Дожилась я, дождалась. Угу. Да. Чудо. Так, Даша, что написал нам учитель по поводу учебы? Да. Вітаю, с пятницы дистанційка. У субботу рабочий день за 15-10. Розклад пятницы. То есть в субботу вы учитесь... Круто. Так. И все, идете на дистанционку. Начинается. А что тут крутого? Что? Что? Это ты типа только что чуть ли не заругалась матом или что? Нет, я сказала ай. Да? Я такая тихо, ай! Ай, я сказала. А мне как-то еще что-то ты вроде бы добавила. Нет.
Я сказала, ай! Точно? Ай! Вот так точно? Да. Ребята, ну, мне послышалось, да? Если кто-то на этом моменте услышал, точно матом не ругалась? Ты точно матом не ругалась? Теперь говори, хоть и ругалась, не скажу, да? Да я шучу. Ура! Я такая рада, сценка была, что аж упала. А чему-то тебе, Даша, радоваться? Ты вообще свобода. В школу не ходила. Свобода от чего? От школы. Это плохо, что тупо камера растете, алло. Слышишь? Не, ну вот серьезно. Я не понимаю, чему так радоваться. А я говорила, ты от меня так просто не избавишься. Слышишь? Ты давай этот, дочь моя, открывай биологию, и там пусть новый параграф. Пусть на тусе. Слушайте, это у всех такое, такая радость? Я не понимаю. Или только у Дарины? Кстати, иногда я называю Дашу Дарина. Дарья. Дарина. Я ее называю, ну, зову так по имени, когда я на нее сержусь. Я сейчас объясню, почему. Она... записано в свидетельстве о рождении, записано как Дарья, то есть не Даша, а Дарья, Дарина, Дарья, да? Дарья. Так что там было по-разному. Подписчики что, бой с подушками? Да. Бой подушками? Да, давайте, ребята, бой подушками. Ты чё, блин, вообще уже страх потеряла? Дарина, я смотрю, ты храброй воды выпила, да? Да, очень много. Наверное. Очень, вот так вот. Угу. Иди набирай картошку, алло, прыгаешь. Сейчас сварим картошки. А я сейчас пойду делать смотри. Видео. Ты варишь картошку, а я делаю видео, да? Что? Нет. Давай я видео. А то мне ж талень картошку варить. Куда ты на двери лезешь, Даш? Я вижу тебя некуда деть этот, свою энергию, да? Да. Угу. Даровайся. Даровайся.